Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, усаживайся поудобнее, заваривай пельмешки, наливай себе чаечек, присыпай все печенюшками, и все будет у нас хорошо. А у нас, тем не менее, сегодня роллинг на 100 тысяч самоцветов. Если тебе нравится тема роллингов, ты хочешь меня поддержать, ставь свой княжеский лайк, чем больше лайков, тем больше шанса выбить недостающую лигу, как говорит... старый БЗшник, а ныне снимающий Cast Clash of Cast Brawl Stars, да, вот Зебраил так говорит, короче, я не знаю. Вот, чем больше лайков, тем больше шансов. Я нахожусь на аккаунте игрока под ником Havk 993, 650 тысяч силы. Вот, что у нас, доната реально мало. Вот, так что так вот, 1 на 100. Короче... На 100. Я не понимаю, хозяин, короче, сказал на 100 тысяч самоцветов ролим на 100 тысяч самов, оставляем 8 тысяч самоцветов. Так, гильдия под названием у нас Killers, еще вот такой вот смайлик, вход через WhatsApp, номерочек у вас, ребятушки, указан, так что ищите гильдию, берете и вступаете, я так понимаю, тут даже с маленькой силой принимают, так что не упустите свою возможность. И что у нас целая куча ништяков, мы в середине роллинга откроем, о, еще донатная карта, и давай посмотрим вообще, каких героев тут не хватает. А героев тут не хватает пятерых, это мастер рун, дальше, темный колдун, понятно, механоид альфа, тоже понятно, к сожалению, этих последних двух героев мы не можем получить. Леди Божество, будем надеяться, что получим из карточки, но шансов реально мало. А так, по сути, у нас Мастер Рун и Берсерк. Мастер Рун и Берсерк. Слушай, это очень жестко. Это очень жестко, ребята. Подожди, я... То есть... То я напишу хозяину. Не хватает двух героев. Все на мастера рун и берсерка. Может, вдруг там, я не знаю, созвездие надо ролить. Вот. Очень жесткий роллинг-то. Так, ладно. Окей. Давай, я не знаю. Короче, если вы еще тут, давайте начинать. По сути, да, мастер руны и... Ну, блин, а что? Подожди. Ну, блин, ну, подожди, там еще кого-то не хватало. Или же, или меня глючит. Слушайте, как мало доната на аккаунте, а героев чуть не больше, чем у меня. Ну да, по сути. Берсерк, мастер рун, даже пепельная Матрона, как я понимаю, присутствует на аккаунте, да? Мастер рун. Ну, да, все. Все так. Короче, да, жестко. Жестко, ребята. Если, ну, блин. Жестко. Хоть и 100 тысяч самоцветов, но шанса как бы у нас не так уж и много. Блин, стрёмно. Не знаю, что я очкую, господа. Космо. Ну, на хорошее начало, обнадеживающее. Инженер, давай. Кэнди, Гаргул, Мастер Рун и Берсерк, приди. Мастер руны, берсерк, приди. Леди Лео, Фрея. Слушай, герои падают неплохо. Причем даже, ну, такие, ну, редкие, нормальные. Афина, ниндзя. Ну, Космо и Фрея выпало, на самом деле. Остальные-то старые. Рина, но тем не менее. Давай, мастер рун. Я, знаешь, я могу по пальцам пересчитать, сколько я выбил мастеров рун за все это время. 3 штуки. Причем 2 штуки нужны были, а третья выбил повторку. Вот. Ну, может быть, 4, может быть, я ошибаюсь. Кэнди Химера, может быть, и больше, конечно, но мастер рун падает пипец, как редко. Берсерк, да! Все, уже, понимаете, уже не зря этот роллинг. Уже не зря этот роллинг, друзья. Кто еще лайк не поставил, а? Химера, давай, мастер рун. Мастер рун, суккуб Валентина. Смотрите, и берсерк даже падает, ну, чаще, чем мастер рун. Хотя-то и понятно, вот... Это все понятно, потому что, как бы, берсерка, знаешь, не продают за бабулес, как, к примеру, того же мастера рун. Леди Лео, потому шанс на мастера рун, соответственно, ну, как бы, маленький, и это нормально. Ой, было бы так со всеми героями, они не добавляли бы их все за донат. Друид. Заклинательница, укротитель.
Так, ну мы еще ролим. Асура. Асура, Асура, Асура. Так, доходим до 58 тысяч самоцветов и идем открывать ништяки. Ну, уже не зря роллинг прошел. Еще большой шанс выбить мастера рун, потому что, ну, самоцветов как бы еще много. На самом деле шанс маленький, но он есть, понимаешь? Если бы у нас было 5000 самов, тогда шанс, конечно, маленький. Давай, мастер рун. Мастер рун, мастер рун, мастер рун, мастер рун. Мастер рун. Так, ну все, 58 тысяч самоцветов. Половину мы потратили, выбили берсеркера. Не так уж все и плохо, я бы вам сказал. Ну что, давай карточки открываем, ваши подарки. 50 этих карточек. Заодно место освободим немножечко. Хотя их сейчас на самом деле прибавляется. Так, о, вот это вот карта пожертвования героя. Я не знаю, она продается сейчас, не продается. Интересная штука. Вот. Когда-то было очень крутой вещью, мы там еще помню, тоже, типа, ништяки открывают, такие, блин, выпадет фиолетовый, не выпадет, и там выпадает фиолетовая слизь, и мы такие, вот это повезло, вот это круто, понимаете, даже тогда вот это, вот эти карточки, это и то роллингом считалось, там даже статистики делали, сколько карточка в среднем там чего дает, и вот это вот все. Так. Окей, сундук гильдии. Есть. Дальше. Так, ну эту штуку мы открываем. Мне больше интересует донатная карта. И там еще есть карта, с которой мы можем мастера рун выбить. Хотя нет, вроде с той карточки именно нельзя. Открываем ништяки. Ла-ла-ла-ла-ля-ля-ля. Открываем ништяки. Ту-ту-туру-туру-ту. Так. Сундук чар. Давай сундук чар тоже откроем. У нас 25 свободных мест. 26 свободных мест. Так, эту штуку тоже откроем. И вот эту штуку откроем. А чё бы нет, ребята. Потому что можем. Потому что можем. Так, 2000 камней. Дальше идем. Окей. Идем дальше. Замечательно. Не останавливаемся. Так, тут вот эти вот мне нравятся, конечно, штучки. Прибаучки. Так, что здесь у нас? А здесь мастера рун, да, здесь мастер рун не падает. Вот было бы 7 карточек 5 уровня, было бы, конечно, круто. Так, открываем эту штуку. Реально беспонтовая херобора, как по мне. Открываем 100 мешков питомцев. Так, 50 открыли. 50 открыли. Замечательно. Дальше. Теперь вот это открываем. Есть. И карта героя. Официальные события. Давай, леди божество, пожалуйста. Пожалуйста. Нет, бард. Ну, это еще не так плохо, как если бы был дуэлянт. Но, тем не менее... Тем не менее, кстати, да, я же вам говорил, я же уже рекламировал гильдию под названием Killers, друзья. Номерочек, ватсапчик у вас на экране. Если вы активный игрок, ищите для себя гильдию, с кем сможете воевать, то просто берете, вступаете, 1542 место в топе, набираете, ищите, и все будет хорошо. Ну а мы продолжаем, у нас остается 50 тысяч самоцветов, и эти 50 тысяч... самоцветов нам нужно потратить, друзья. Скиталец, мастер рун, приди. Мастер рун, приди. Мастер рун, приди. Давай, приди. Вот это было бы чудо взять и выбить двух недостающих. Хладный призрак, которого уже, наверное, все собрали, а разработчики все награды не меняют. Королева змей, снайпер, асура, ниндзя, тритон, 190 рыцарь, королева змей, махатма, мастер рун, давай. Приди, мастер рун, трифит, друид. Давай, нам надо чудо, нам надо чудо, чудо чудесное нам надо, чудо чудесное, давай, дружище, мастер рун, где же ты, где смерть, давай, мастер рун, душегуб, арес, мастер рун, приди, мастер рун, приди, Валентина, королева гарпий, давай, мастер рун. Мастер рун, блядь, мастер рун, давай. 22 тысячи самоцветов.
Космо. 22 тысячи самоцветов осталось паролить. Сдавай, дружище. Мастер рун, приди. Мастер рун, командора. Трифит уже который раз падает. Леди Лео, дама холода. Но это все не мастер рун. Мастер рун, елки-палки, какой же шанс на тебя-то выбить? 100 тысяч самов, а? Брат, 100 тысяч самов. Где ты? 12 тысяч самов остается на роллинг. Давай, дружище, мастер рун, Рина. Не Рина, а мастер рун. Скиталец уже который раз падает. Мастер рун, давай. Мастер рун, повелитель буря. Паладин Фрея. Купидон. Мастер рун. Князь тыкву-укротитель. Бульдозер. Что ж ты так, а? Что ж ты так? Мастер рун, давай, дружище. Мастер рун. Последние самоцветы, друзья. И королева Гарпи. Последний. Подожди. А, все. Ну, блин, я не знаю, как его оценивать. Вы уже сами пишите в комментариях, как это удачно, неудачно. Но берсерка мы выбили. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Пожелаю удачи игроку под ником Хавк. Пожелаю удачи гильдии под названием Киллерс. Вы тоже, блин, придумываете гильдии, вставляете эти символы, и потом в поиске гильдию вашу очень трудно найти, елки-палки. Ну, тем не менее, вступаем. Всем пока.